Привет, друзья! В этом видео очередная подборка игр для ПК, системные требования которых очень требовательны. И если твой комп не совдеповских времен и на нем хотя бы присутствует видеокарта, тогда рекомендую тебе отличный способ хорошо заработать на своем компе, потому как все игры из топа не бесплатные, да и деньги тебе не помешают. Где их взять, узнаешь из видео, которое найдешь, нажав на подсказку или ссылку в описании. Да, я еще позаботился о том, чтобы ты смог приобретать лучшие игры со скидкой. Короче, вся инфа есть в описании под этим видео. Это была небольшая разминка перед просмотром. И если готов, жми на лайк, оформляй подписку, а я, пожалуй, начну. События Resident Evil 3 разворачиваются до начала второй части и заканчиваются уже после ее финала. Вам в роли Джилла Валентайн предстоит раскрыть страшные секреты корпорации Umbrella, но будьте осторожны. Устранить Джилла отправили врага, который опаснее мистера X, самого Немезиса. Resident Evil 3 порадует качественной современной графикой и анимацией, пугающей атмосферой и наличием большого количества экшена. Разработчики переработали историю, дополнив ее подробностями, но сохранили дух оригинала. Отдельным пунктом Resident Evil 3 идет мультиплеер. В ремейке появится возможность сыграть вчетвером против другого игрока, который возьмет на себя управление монстрами. Сразитесь с грозным врагом, раскройте заговор Umbrella и задайте зомби трепку в Resident Evil 3. Простой парень Томми Анджело никогда не думал, что в один прекрасный день судьба сведет его с миром мафии. Семья Сальери на первый взгляд не вызывает никакого доверия, но большие деньги манят, и со временем Томми втягивается в преступный бизнес. Мафия – это первая часть легендарной истории, где действие разворачивается в 30-е годы, времена сухого закона. Колоритная ретро-Америка с классической преступной иерархией заставит вас почувствовать себя центром настоящего гангстерского боевика. Создатели игры подробно переработали все детали, автомобили, интерьеры, здания. Атмосфера бурных 30-х начинает кружить голову с первых секунд, и здание представляет собой переработанную, улучшенную и дополненную версию оригинала. Расширенной сюжетной ветке добавлен превосходный атмосферный саундтрек. Игра понравится всем, кто любит эпоху гангстеров в шляпах с Томми Ганнами. История дарит множество впечатлений и насыщенных эмоций и переживаний. Это драйв и кураж, затягивающий сюжет, атмосфера мрачного нуара и фирменный стиль серии, который мафия так полюбилась игрокам со всего мира. Перед нами долгожданная сингловая игра, которая целиком посвящена джедаю, силе и световому мечу. Star Wars Jedi Fallen Order – это экшен от третьего лица, событие которого разворачивается после окончания фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов». В игре за молодого джедая-падавана, которому чудом удалось избежать последствий приказа 66, герою предстоит возродить орден джедаев, завершить свое обучение и попутно избежать расправы от руки безжалостной инквизиции, которая преследует последних джедаев. Игра полностью построена на сражениях при помощи светового меча. Вас ждет продвинутая боевая система с упором на реализм. Каждый бой в игре – это смертельная схватка, в которой необходимо учитывать сильные и слабые стороны противника. В Star Wars Jedi Fallen Order вы повстречаете как старых персонажей, врагов и оружия, так и совершенно новые области и герои. Сюжет игры гармонично вписывается в основу линии Звездных войн и дополняет историю новыми подробностями. Станьте частью великой истории и помогите юному падавану возродить орден джедаев. Вторая часть экшен-хоррора Evil Within от создателей оригинального Resident Evil вновь расскажет нам историю детектива в отставке Себастьяна Кастеланоса. Пережив весь тот ужас, что мы наблюдали в первой части, бедняга умудрился не только не свихнуться, но и стать еще более мрачным и наурным дядей. Глуша свое одиночество и боль пережитого ада в выпивке, Себастьян наотрез отказывается даже подумать о возвращении в этот сюрреалистичный, гротескный мир. Так бы все и продолжалось, и не ступил бы он туда ногой, если бы не его дочь Лили. Когда-то давно Лили исчезла, и все эти годы Кастеланос свято верил, что она сгорела в пожаре. Однако он узнает, что дочь жива, жива, но в опасности, и чтобы добраться до нее, нужно вновь погрузиться в вымышленный мир страха и страданий. Делать нечего, дочь спасать нужно. Во второй части игроков поджидают некоторые изменения. Добавлены открытые пространства на локациях. Побегайте по миру игры, поищите скупо разбросанные припасы и понатыкайтесь на смертельно опасных врагов. Больше врагов, новые виды оружия для успешного противостояния и, конечно же, целая орда классических японских боссов. Огромные слюнявые пасти, клыки и острая чешуя. Все как по учебнику и в ненормированных количествах. Погрузитесь в ненастоящий мир настоящих страхов и ужасов. Сражайтесь с врагами с умом, но помните, порой убежать от чудовища проще и умнее, чем вступать с ним в открытый и почти всегда неравный бой. Пропитайтесь атмосферой ужаса, проникнитесь историей и спасите дочку непутевого детектива.
Действие игры переносят на остров Солис, что в Южной Америке, где бушуют стихии, конфликты и царят тирания. Именно здесь Рико Родригес хочет найти правду о своем прошлом, но для этого придется пролить кровь. Островом правит технически оснащенная военная организация «Черная рука» во главе с Габриэлем Моралесом, самым опасным противником, который когда-либо встречался на пути Рико. Новая часть выводит геймплей на новый уровень. Вам доступны 1024 квадратных километров игровой площади, в которых есть и джунгли, и пустыни, и горные вершины. Благодаря новому графическому движку разработчикам удалось реализовать стихийные бедствия. Теперь в игре есть торнадо, смерчи, ураганы, которые влияют на геймплей и которые можно использовать против врагов. Никуда не делись знаменитый крюк и вингсьют. В игре можно прыгать с самолетов, машин, цепляться крюком за все, что движется, и совершенствоваться в трюках. Игра поощряет любой стиль прохождения. Juicy Case 4 – это продолжение безбашенной серии экшенов от третьего лица, где главным является то, насколько круто ты выполняешь трюки. Игра порадует всех поклонников предыдущих частей и любителей экстрима. Horizon Zero Dawn – это приключенческая игра с элементами RPG, события которой разворачиваются в мире далекого будущего, где давным-давно случился апокалипсис, а жители вынуждены вернуться были к первобытному строю общества. Вам предстоит взять на себя роль молодой охотницы Элой, которая является изгоем и не может жить в племени. Но воля случая наделяет ее необычными возможностями, которые помогут охотнице в нелегком пути. Отправляйтесь в путешествие по загадочному миру смертоносных машин и спасите мир от угрозы. Ведь только вам по силам это сделать. Разработчики доработали ПК-версию игры с учетом возможностей современных систем. В игре присутствует неограниченный фреймрейт, разрешение до 4К и расширенные графики настройки. Сразитесь с опасными машинами и спасите мир в Horizon Zero Dawn. Anthem – это типичный ролевой проект в духе BioWare, в котором тесно вплели сетевое взаимодействие. Вы попадаете в мир, в котором слились воедино тонкая энергия, высокие технологии и дикая природа. В роли фрилансера-пилота боевого джавелина вам предстоит выяснить причину катаклизмов и разобраться с коварными врагами, которые замыслили подчинить себе энергию творения. Геймплейно игра представляет из себя экшен-RPG с увлекательной боевой системой и четырьмя типами джавелинов, каждый из которых обладает уникальными способностями и направленностью. Вам предстоит много общаться с персонажами, исследовать огромные живописные локации и сражаться с опасными противниками. Визуальный стиль и графическое исполнение игры заслуживают отдельного внимания. Благодаря новому движку авторам удалось передать все нюансы мира, который создал знаменитый сценарист Дрю Карпишин. Дополняет картину эпичный саундтрек, который с легкостью найдет свое место в вашем плейлисте. На данный момент разработчики активно развивают проект. Он отличается удобством и стабильностью. Сейчас отличное время, чтобы присоединиться к отряду фрилансеров. Федеральное бюро контроля – это место, где ты можешь пропасть надолго или навсегда, если просто решишь сходить в уборную. Это место, где творятся абсолютно непонятные и противоестественные события, на которые все вокруг реагируют абсолютно спокойно. Федеральное бюро контроля – это не государственный орган, а целая жизнь, правила которой ты либо принимаешь, либо пропадаешь. Добро пожаловать в контрол. В этой игре вам предстоит исследовать паранормальный слой бытия в роли Джесси Фейден, новоиспеченного директора федерального бюро контроля. В попытках найти своего пропавшего брата героиня пройдет огонь, воду и нематериальные трубы, научится множеству трюков с пространством и временем, а также надерет зад не одному десятку злобных тварей. Jurassic World Evolution – это симулятор, который позволит вам воссоздать легендарный архипелаг Муэртес и вырастить в нем динозавров самых разных видов. В игре вам предстоит строить много различных развлекательных строений для туристов и создавать динозавров благодаря генной инженерии. Ваши адепты будут способны мыслить и чувствовать, а каждый динозавр будет по-своему уникальным творением. Jurassic World Evolution порадует качественным графическим исполнением, визуальным стилем. Все модели динозавров выполнены с детальной точностью, согласно своим реальным прототипам, но не без доли вымысла. Игра придет по вкусу всем любителям оригинальной кинокартины, а также фанатам динозавров. Идите по пути эволюции и создайте свои собственные шедевры в Jurassic World Evolution.
Project Cars – это серия гоночных симуляторов, которая умело балансирует между аркадой и реализмом. В новой части разработчики значительно расширили парк техники и доступные трассы. Вы сможете прокатиться на более 200 элитных шоссейных и гоночных машинах по более 120 трассам мира. Разработчики максимально продумали каждый аспект гонки. Вы сможете переводить машины в гоночный класс, настраивать пилотов и улучшать тачки при помощи реалистичных деталей. Project Cars 3 разработчики реализовали 24-часовой цикл времени суток, смену сезонов и погоды, зрелищные спецэффекты во время аварий и столкновений, улучшили искусственный интеллект и доработали физику автомобилей, благодаря которой управление и ощущение от вождения стало более реалистичным. В игре присутствует увлекательный карьерный режим и захватывающий сетевой режим, который проверит ваши навыки. Станьте легендарным гонщиком Project Cars 3. Таков был топ-10 сочных игр для мощного ПК, в которые ты обязан поиграть. И не забывай про описание к этому видео, потому как там есть интересные ссылочки для тебя и твоего ПК. И в конце видео хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел видео до конца. А также не забыл прожать на лайк и на подписку. До новых топчиков, братва!